Здравствуйте, вы смотрите «Бардачок», и с вами снова я, Александр Трепетин. Ничто так не понижает веру в разумность окружающих, как дорожное движение интернет. После того, как почитаешь харьковские паблики, посвященные ПДД, как-то не удивляешься уже происходящему на дорогах. Для стабильной и длительной работы ваших незаменимых помощников смартфонов и телефонов я рекомендую использовать аккумуляторы Craftman. Оригинальные аккумуляторы Craftman только в интернет-магазине официального представителя Craftman в Украине – Craftman.ua. В качестве примера рассмотрим порядок проезда перекрестка Белгородского шоссе, улиц Проскуры и Чкалова. Перекресток непростой и опасный, но спор разгорелся вокруг вот этой стрелки на табличке у светофора. Мнения участников, скажем так, дискуссии разошлись относительно одного вопроса. Можно ли при горящем красном сигнале светофора поворачивать направо во второй проезд? Не вдаваясь во все перипетии спора, не приводя цитаты с постов и комментариев, а там, поверьте, можно просто охуеть от аргументов, поясню. Все исключительно опираясь на законодательство. Итак, про стрелку сигнала светофора сказано следующее. Пункт 873Е ПДД. Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, которые движутся с других направлений на сигнал светофора, который разрешает движение. То есть то, что поворот направо разрешен, ни у кого сомнений не вызывает. Но направо – это куда? Первый проезд однозначно. А ведь второй – это тоже направо. И самое главное, о чем многие не подозревают – второй поворот – это все еще тот же самый перекресток. Знак «Главная дорога» с табличкой 78 на это как бы намекает. Согласно ПДД, перекресток – это место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, подчеркиваю, дорог, а не проезжих частей. Кроме знака на то, что это единый перекресток, также указывает и сам светофор. То, что его зеленый сигнал разрешает поворот на втором пересечении, надеюсь, никто спаривать не будет. А если светофор разрешает, то чем табличка хуже? Чем ее указание отличается, скажем так, территориально от сигнала светофора? Да ничем. Никаких указаний по этому поводу, уточнений и добавлений в правилах дорожного движения попросту нет. То, что не запрещено, то разрешено. То, что прямо не указано в законодательстве как обязательное к исполнению для граждан и водителей, конечно же, таковым не является. Об этом прямо сказано в части 1 19 статьи Конституции Украины. Потому поворот направо во второй проезд при горящем красном сигнале светофора разрешен. Но разрешен он при условии предоставления преимущества тем, кто едет на свой разрешающий сигнал. И вот тут вырисовывается проблема. Встречные. Машины, движущиеся по Белгородскому шоссе со стороны пятихаток и поворачивающие налево. Чтобы повернуть, им нужно пропустить встречных. Встречных бывает много, и пропуская их запросто, можно простоять на перекрестке все время горения зеленого. После того, как включится красный, встречные вроде как должны иссякнуть, и эти обязаны завершить маневр. Но не тут-то было. Движение продолжается по той самой стрелке. Эти должны завершить, а этим можно ехать. Из-за этого здесь нередки аварийные ситуации, да и ДТП случаются. По идее, руководствуясь здравым смыслом, уступить должны поворачивающие направо. Ведь они едут на красный и обязаны всем уступить. Всем, да не всем. В упомянутом пункте правил 873Е сказано, что пропускать нужно тех, кто движется на разрешающий сигнал светофора. Но ведь стоящим на перекрестке в ожидании левого поворота уже красный? Что же их пропускать? Да, есть и так рассуждающие. И именно из-за них и происходят здесь аварии. Просто забывают такие, что выехавший на свой зеленый обязан продолжить движение в намеченном направлении, независимо от сигнала светофора при выезде с перекрестка. То есть для таких поворачивающих налево, в данном случае красный тоже разрешающий, и пропускать их следует обязательно. Ось такая хуйня, малята. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.